эту елку и игрушки я из царства сказок вам привез. С Новым годом, дорогие дети! Новым годом, Дедушка Мороз! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем подготовку к Новому году. И сегодня разговор пойдет у нас о скандинавском стиле. Перед вами интерьер в этом стиле, созданный мной в одном из залов известной московской фотостудии. Почему я его выбрала? Собака, как символ года, особенно благосклонна к натуральным изделиям. Поэтому декор в скандинавском стиле особенно ей подходит. Что отличает новогодний интерьер в скандинавском стиле? Это обилие белого цвета, символизирующего снег, древесина, натуральные материалы в изготовлении украшений, мотивы с оленями, что придает новогоднему декору в этом стиле уникальный почерк. И, разумеется, принты. Любимая клетка, снежинки, елочки, олени. Много вязаных вещей в декоре. Особенно даже елочные шары созданы в этом же стиле. А чтобы создать праздничное настроение, используют красный цвет. Скандинавы очень любят украшать интерьер вещами, которыми пользуются зимой в повседневной жизни. В их умелых руках обычные санки, коньки, лыжи или варежки, развешанные на веревочке, становятся элементами декора. Любимые украшения, которые встречаются в каждом доме в преддверии Рождества и Нового года, это шишки, еловые ветки в кувшинах с водой. Акцент в этом венке из заснеженных шишек – домик и красные яблоки, также красный бант.
А при оформлении стола я использовала красную скатерть в клетку и заснеженные веточки с красными ягодами посередине стола. Надеюсь, мои советы вам пригодятся. С наступающим Новым годом, мои дорогие друзья! Счастья и радости в Новом году!